Смотрите, я вам покажу, что стоит, какие цены. Это магазин Zari Well, большой очень. Значит, там продаются различные строительные материалы. Скидки, конечно, большие на все. Ну, допустим, душевые кабинки, да, вы видите, кажется, 300 евро. Унитаз с бачком 65 евро. Хотя я знаю, что они есть и по 45-50. Наверное, хороший бачок. Конечно, чем круче кабинка, тем она, по всей видимости, дороже. Сколько у нас стоит калентадор? Калентадор – это газовая колонка. Понимаете по-испански? Вот, допустим, это на 11 литров бутано стоит 155 евро. Есть дорогие, более экономичные, и с гарантией 3 года 325 евро. Ну, различные, в общем. Электрика стоит 85 евро, но хотя они по скидкам, я знаю, продаются это и за 50 евро бывают. На 50 литров, кажется. А это на 100 литров, да, подороже чуть-чуть. Всякая мебель различная, видите? Краны. Сколько стоят краны? Думаю, что такой информации вы нигде не видели. Просто сейчас на удачу я на море нахожусь. Мебель, кухни. 525, смотрите. Хорошая 519, красная. Я думаю, что это без вытяжки, конечно, цена. Все остальное комплектующие идут дополнительно. 465. Ну, в районе, короче, 600 евро вы купите нормальную такую по длине кухню. Метра 3, наверное, где-то. 4, может. Так, что у нас стоит? Плита, духовка. Плита с вытяжкой 74 евро. Ну, смотрите сами, в общем. Конечно, это без духовки цена. Это точно. Нормальная духовка 300-400 евро минимум стоит. Стульчики по 40 евро. Различная мебель. Видите, да? Различная. Шкафы по 200 евро, по 99 тумбочки. Я не вижу, чтобы здесь скидки были, потому что вот такая тумба стоит 70 евро. А бывает и дешевле. В том же Leroy Merlin в Аликанте. Смотрим это. Да? Вот такой для вас интересный обзор сегодня. Лампочки 8 евро, 3 штуки экономичные, значит, краска. Что еще может быть вам интересно? Плитка 4,95 квадратный метр. Ну, нормальная цена, в общем-то. Стоило 5,6, 6 евро почти. Ну, на 1 еврик всего скинули. Плиточка 4,35. Вся, конечно, испанского производства, уверен, на 100%. Переключатель дорогой. Переключатели розетки от 2 евро. А, ну, для мужиков дрели. Дрели, я думаю, дрели китайские. Пылесос 34, маска 149 евро, зарядное, кажется, пусковое устройство, дрель, которая выдержит хотя бы в бытовых условиях, ну, год, реально, 24 евро, если не будете ей работать на стройке. Но вы же, наверное, будете покупать квартиру не для того, чтобы на стройке работать, поэтому она может и 2, и 3 года выдержит. Гарантия у нее минимальная 2 года должна быть по закону. Болгарка 30 евро. То есть для быта все эти вещи вот столько стоят. Видите, за 100 евро берете комплект себе, они и комплектами продаются. Что еще интересного? Будете менять двери межкомнатные 100 евро. Но это дороговатая цена. Я видел их и по, значит, 60-70. А вот, смотрите, межкомнатная, обычная, 40 евро. Обычная, пустая внутри, там, кажется, бумажные эти идут.
Окно 160 евро. То есть, ну, допустимая цена. Не знаю, по-моему, одинарное стекло. Двери 179. Двери по-испански Пуэрто. Дверь на балкон. Узкая. 179 евро, да? Ну, что тут еще интересного есть? Тут еще вот что есть, смотрите. Кто купит дом, ну вот такие вещи продаются там. Это магазин, который я вам показал, находится, можете посмотреть их сайт, видите, bricodepot.es. Все, больше не буду показывать вам ничего из рекламы, потому что я отдыхаю.